привет, дорогие друзья из жаркой Алании. Мы продолжаем делать обзоры магазинов в Алании. И сегодня мы с вами идем в магазин Stephanie Diamond, который расположен в самом центре Алании и недалеко от магазина LC Waikiki. В описании к этому видео смотрите контакты этого магазина и где он расположен на карте. А сейчас давайте пройдем в магазин, посмотрим, что представлено в этом сезоне, по каким ценам и какие модели в этом сезоне наиболее популярны. Я вам покажу все самое интересное. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх, приезжать в Аланию и в Турцию при первой же возможности. Эджи-Вит нас уже ждет для того, чтобы рассказать и показать невероятно красивые вещи. Давайте пройдем внутрь. Здравствуйте, добрый день, привет, друзья, снова. Наша компания называется Stephanie Diamond. Мы здесь существуем 35 лет. У нас есть, дорогие друзья, свои фабрики в Истамбуле. Мы работаем 14 карат золота и 18 карат золота. Как вы знаете, 14 карат золота – это 705 проба, и 18 карат золота – 750 проба. И у нас в основном идет 18 карат золота с камнями, и 14 карат золота идет с полудорогими камнями. Здесь разные камни. Например, в этом году, уже в прошлом году, два года тому назад получен популярный камень султанит, аквамарин, топаз, александрит, жемчуг. И дорогие камни, друзья, главное это бриллиант, сафир, рубин и изумруд. Очень важно, когда вы покупаете изделие, мы вам даем гарантийный сертификат. Это сертификат на 5 лет. Сейчас я покажу вам, друзья, здесь написано на английском языке тоже. На 5 лет обмен, а 10 лет ремонт из нашего компании. У вас будет такой сертификат, это сертификат под государственным контролем. Сейчас я вам покажу камень султанит. Мы называемся хамелеон, который свет меняет. Видите, друзья, это камень султанит. Это везде свет меняет, под солнце, под луна. Это зависит от местоположения, где вы находитесь. Свет совсем другой стал. Она бывает зеленый, бывает. Ну, разный свет бывает, как я вам сказал, зависит от местоположения. Зависит. 14 карат золотанит, 525 проба. И камень султанит. Русские вообще обожают это камень. Вообще изделие. Так. И сейчас посмотрим, как будет выглядеть. Уже совсем другой свет стал. Видно, правильно? Есть колечки, сережки, браслет. Стоимость очень важна. У нас, как я вам сказал, есть свои фабрики в Истамбуле, так что у нас цена не очень дорого. И в этом году, как вы знаете, пандемия. Конечно, золото сейчас стало чуть дорого стал. У нас изделия дешевле, потому что работа у нас, во-первых, дешевле, и мы не платим налог. За это у вас есть такая возможность, вы можете купить, дорогие гости, золото дешевле. У нас низкий цена, низкий стоимость. Такой колечко, видите, с бриллиантом 18 карат золота, 750 евро про баланс на 7. И камень здесь багет. И есть разные тоже, мы называемся дорожка. Видишь? Вообще классные изделия, да? Очень. Я обожаю их, такой блинк-блинк, блестят. И вот так. Хочу вам показать тоже мужской. Не забываем, конечно, мужчина. У нас тоже есть очень красивые изделия мужской. Видите, камень оникс, белое золото, 18 карат золота, 750 его проба с бриллиантом. Да, это тоже изделие, видите. С бриллиантом тоже 18 карат золота, 750 проба мужской. А стоимость, дорогие гости, у нас почти с бриллиантом изделия в этом году идет где-то 50-55-60% скидка идет именно с бриллиантом изделия. И хочу вам показать, здесь тоже бывает бриллиант разный. Здесь черный бриллиант, видишь, Анастасия. Бриллиант, черный бриллиант и белый бриллиант 18 карат золота, 750 проба тоже. И мы называемся розовое золото, красное золото, в общем. Стоит 1500 долларов стоит оно.
И у нас сейчас хочу вам показать авангард дизайн. Сережка, видите, какие здесь очень красивые тоже. И замок очень удобно. Вот видите, клипс. Вот так. И здесь тоже овальный бриллиант и с бриллиантами изделия. Эти сережки тоже 750 проба. Дорогие гости, у нас здесь разные образные вещи есть. Вы можете найти изделие стоит $50. Вы можете найти изделие найти $500. Есть $5000, есть $50000. Зависит от изделия, зависит. У каждого бюджет, у каждого людей свой бюджет, может найти любое изделие. Как я вам сказал, у нас есть много разных вещей образных. Там цепочка, колечки, браслет, подвеска. Вот у нас подвеска, например. И стоимость тоже хочу вам показать. Например, берем такой крестик. Я вам сказал, у нас есть изделия 50 долларов, 500 долларов, 600 долларов. Или разные есть. Вот, допустим, такой крестик Анастасия, 585 проба. И там видите, алмазная огранка. Это стоит $90 стоит. Например. Или можно там знак зодиака, хороскоп есть, подвеска. Это стоит $70 стоит. Леопард. Леопард Cartier с камнями. Держит в зубах кольцо. Ага. Да, с изумрудом. Здесь глаза изумруд. Изумруды с бриллиантами. Mm-hmm. Очень интересная модель, и колечко, оно крутится туда-сюда. Такая модель, ага. Друзья, тоже браслет, видите, называем Hermes. Ага. Да, это, например, так открывается. Так открывается, и очень удобно. Видите, так, друзья. Ага. Очень красиво, блестящее золото, и бриллиант. И колечки тоже очень модно. Это вообще бренд Georg Jensen, мы называемся, колечко называется Fusion. Это три кусок вместе, видите, она здесь снимается. Да. Три кольца вместе? Три кольца, да. Ага, покажите. Сейчас, здесь, да? И разное золото, розовое. Розовое, белое и желтое. Розовое, белое, желтое. Очень красивая, интересная такая модель. Ага. И хочу вам показать, дорогие гости, у нас тоже много вещей. Я даже вам показал мужской браслет Анастасия. Эта модель называется Rolex. Даже у меня тоже есть спортивный, там черными камнями. Это с бриллиантами изделия, мужской браслет. По краям, вот здесь вот внутри бриллианты, так. Ага, блестящее желтое и белое золото. Она просто идет с бриллиантами, мужской модель называется Rolex. Стоит 6000 долларов стоит. Она массивный золото, 18 карат золото. Тяжелая. Здесь 3 карат бриллиант, тяжелая. И в этом магазине Stephanie Diamond очень много интересных моделей. Конечно же, много разных классических моделей, самых простых, но много очень интересных оригинальных моделей. И мне очень понравилось вот это вот кольцо. Здесь у нас белое и желтое золото. И красное золото у нас здесь. Красное. Да. И бриллианты. Очень, кажется, кольцо очень массивным, но когда его надеваешь на руку, посмотрите, как красиво. Очень красивое. Прям шикарное. Сколько такое кольцо стоит? Такое стоит 1500 у нас. 1500. Но здесь, оно такое массивное. Да, массивное. Тяжелое, здесь есть тоже разнообразное обручальное кольцо. Есть, видите, у нас есть с бриллиантом. Обручальное. Обручальное. Ага. И большие, и маленькие. Еще синий бриллиант есть. Видите, это очень, да, бриллиант, синий бриллиант. Синий бриллиант. Прям такой бирюзово-голубой какой-то. Ага. И разные большие камни, маленькие камни. Да. Обручальные. Так что, друзья, у нас не только это, у нас здесь почти 3000 штук изделия. Я не могу вам показать все изделия, я вам показал несколько штук. Угу. То есть, как вы сказали раньше, на любой бюджет от $50 и до бесконечности можно любой. Не просто выбрать, но сделать на заказ, какое да. хотите изделие. Да. И, друзья, уже наконец хочу вам показать, тоже у нас есть серебро. Есть любое изделие Анастасия, вот с султанитом есть. С султанитом, но мне понравились вот эти есть, вот есть, там бирюза есть, там аквамарин есть, топаз есть, жемчужный есть, видите, это уже как... Это тоже серебро, но... Тоже серебро, там это идет. Покрытое золото? Покрытое золото черное. Ага. И ну, это серебро, тоже это исторический там дизайн, очень красивый тоже в этом году. В прошлом году был модно. Люди покупают такой антикварный. Подантикварный, да, сделано, под да? То есть они прям такие очень интересные модели, и это прям как
я не знаю, такая ручная работа, да? Это индивидуальная. Работа. Да. Ага. Вот. И кто любит вот такие вот интересные вещи, прям тоже. И сколько стоят такие это кольца? Стоит, так и тоже у нас есть золото, может золото, можно. А можно серебро. Золото, можно серебро. Это стоит 90 долларов, друзья. 90 долларов. И вот кольцо похожее, которое я вам показывала, золото, белое и красное, вот такое же есть интересное серебряное, причем матовое серебро в сочетании с блестящим. У нас, кто к нам приходит, я редко вижу, никто не уходит пустыми руками. Угу. Все сюда покупают. То есть здесь полудрагоценные камни, да? Да, серебро здесь разных. Вот бирюза, например, я тоже обожаю эти камни. Бирюза люблю, очень да. красивая. Кстати, бирюза это прям такой аланийский камень. Аланийский камень. Цвета моря. Очень красивая. Ага. Вот, я хочу вам показать, друзья, лапис. Лапис. Ага. Вот такой, вот еще цвета моря. Лапис лазули. И камень вот здесь, опал. Угу. Опал, тоже красивый камень. Угу. И здесь у него интересно, у этого кольца, посмотрите, работа, какая работа. Очень интересные модели. Да. Жизнь интересная. Так что, да. друзья, обязательно приходите и вам, ну, вам найдем интересные вещи. Необычные, стильные, интересные и спортивные, любой вещь. Да, дорогие гости, видите, как раз мы сейчас снимаем, и пришли наши старые друзья, Анатолия и Лилия. Уже они у нас, мы друг друга знаем почти сколько? Два года. И они нам мне вчера заказали крышки и нескольку ремонт. Сейчас я вам... Лилия, что скажешь на нашей компании, пожалуйста? Все очень качественно, красиво, можно купить, на следующий год обменять, ну, в общем, почистить. Отремонтировать, все нормально. Мы всем довольны. Спасибо, Лилия. Да. Анатолий, что ваше мнение о нашей компании? Друг? Ну, что жена скажет. Вы, в общем, довольны, правильно? Хорошие отношения, да, дружище. Ну, дорогие друзья, мы принимаем вас не как клиенты, мы принимаем вас как друзья, как мы семейные друзья. Всегда, видите, приходите, у нас нет, всегда вас принимаем от души. Принимаем. И, видите, Лилия, у вас вещь уже готова. Это вот серьги, прошу вас. А какие блестят? Вообще блестят, как новые стали. Как новые, да. Это мы взяли старые, отремонтировали замочки и почистили, да. И стало как новое. Вот это тоже готово. Да, видите, вот это вот серебро. Да. Это мое, это дочка. Как я сказал, друзья, у нас есть разнообразные вещи с серебром, и есть у нас тоже золотые изделия. Да. Как новое. Вот это вообще как золото стало. Вот, это главное, видите, как да. Так, это мое колечко. Вот, тузы. С бриллиантовым колечком. Да, с бриллиантами. Тоже как новенькое стало. Это и мы здесь все покупали. Тоже колечко с камнями. Кстати, мы сдали лом. А, объясните, пожалуйста, лом, да. Да, мы сдали лом, доплатили и купили новые изделия. Ну, довольно, в общем, так? Я вам как сказал, дорогие гости, возьмите ваше старое золото, мы можем здесь плавать и можем взять новые изделия, как у Лилии. Да. У Лилии они покупали в прошлом году эти серьги. Просто они пришли и мы сделали ремонт. Тоже здесь мы почистили уже, это как стал новый. Да, они были очень довольны, они тоже заказали вчера новые изделия. У них изделия будут готовы. Дай Бог, через 2 дня будут готовы, дорогие гости. Так что возьмите с собой, если старые изделия, можем почистить, можем взять ремонт. Если не сложный ремонт, можем взять тоже бесплатно, дорогие гости. А почистить бесплатно, мы деньги не принимаем. А ремонт, если не сложно, тоже это можем взять из нашей компании, так что без проблем. Обязательно, дорогие гости, к нам приходите. Мы всегда принимаем наши клиенты, от души принимаем. И что мы даем подарок нашим клиентам? Анастасия, сейчас я покажу, дорогие гости. Вот такой подвеска, Анастасия. Такая подвеска и спочка, серебряная спочка. Мы даем каждому семье один штук
Что это за подарки, чтобы у людей был в этом году настроение, в этом году действительно был все скучновато, был вообще ужас. Так, видишь? Цепочка и здесь подвеска. Здесь можем писать на подвеске вашего желания, зависит от вашего желания, зависит. Можем писать ваше имя. Анастасия можно, Оксана можно, Юлия можно, какое любое имя. Хорошо? Это из нашего компании в этом году маленький подарок. Любое время, друзья, когда будете в Алания, приходите и получите ваши подарки. Я всегда здесь буду, когда вы здесь будете, меня увидите, и мы вам даем ваши подарки. И вот как сказал вам, цепочка и подвеска. Я хочу подарить Лилии Анатольевне вам. Ваша дочка... 12 лет, да, дочка? 12 лет. Она будет очень довольна. Вот. Спасибо. Спасибо. Подарки мы всегда рады. Да. Так что, друзья, вы тоже приходите и получите ваши подарки. И можете посмотреть наши изделия. В этом году вы в маске. Дай Бог, дорогие друзья, на следующий год будем без масок. Да, я желаю вам всем здоровья, не только нам, всем людям, всем миру, чтобы всем здоровья этого мира. Когда вы к нам попасть, и там видно будет написано наш телефон и WhatsApp. Вы можете с нам связывать. У нас есть free pickup сервис. Не только в Алании у нас сервис есть Кемер, Анталия, Side, Manavgat, Belek, Mahmutlar, любой. Вы нам можете позвонить. Наше рабочее время, мы начинаем с 9-10, вечером до 10, дорогие гости. Вы позвоните нашу компанию, наш телефон позвоните, и наш сервис за вам приезжает, вас забирает, и после шопинг, после покупка, мы вас отвезем домой спокойно. Так что вам только придется, чтобы для вашей удобности, комфортности, вы нам позвоните, скажете только «Алло», остальным вам поможет. Так что это из нашего компании вам сервис от души, дорогие гости. У нас есть доставка в Москву. У нас есть свой сервис, мы можем делать доставку до России, любой город. И, друзья, как я вам сказал, очень важно. Пожалуйста, возьмите ваше старое золото. Зачем лежит золото дома? Лучше возьмите с собой. И здесь можем взять новые изделия. Пожалуйста, увидите сейчас, как наш мастер работает. Главное, дорогие гости, если у вас есть с собой золото, старое золото, возьмите с собой, мы здесь принимаем ваше золото, и можно поменять ваше изделие на другое изделие. Раз. Два. Если у вас если у вас новое изделие, если у вас здесь на голове какое-то новое изделие, мы можем здесь ваше старое золото, попозже я вам тоже покажу, ваше старое золото можем приплавить, ваше старое золото, и от этого можно взять новое изделие, только вы будете платить стоимость для работы. И, как я вам сказал, дорогие гости, бриллиант тоже очень важно. Бриллиант Анастасия, мы даем тоже сертификат, типа такой сертификат. Вот. У нас есть сертификат, международный сертификат. Когда вы покупаете изделие с бриллиантом изделия, мы даем сертификат типа такой. И у нас есть свои сертификаты, мы два сертификата даем, международный сертификат и наш свои сертификаты даем. И, дорогие гости, это наш ателье. И, дорогие гости, если у вас есть с собой ремонт, возьмите, если у вас есть сломанные крышки, цепочка или что-то другое изделие, тоже возьмите с собой, можем дать вам ремонт или можем почистить из нашей компании. Ведь наш мастер тоже работает. Как я вам сказал, когда вы будете брать свои старые золото, мы здесь можем появить, и от этого можем, сейчас я попозже покажу, как появить, и что будем делать изделием. Главное, возьмите с собой любое изделие, у нас есть, видите, у нас есть наши свои аппараты, здесь можно почистить, и можно делать ремонт, дорогие гости. Если у вас есть дом, я тоже могу сказать, сколько стоит старое золото, например, как бирже стоимостью, сколько стоит, и на этой стоимости вы можете купить другое изделие тоже. Сейчас, друзья, мы вам покажем, как золото плавит, и увидите, сейчас мастер вам покажет.
так, друзья, сейчас вы видите уже, как плавит золото, и вот это у нас мастер-бутер изделие. Например, друзья, ваш старый кассу или цепочка, когда появим, и стал такой. Видите, уже золото, здесь так, она такой стала. От этого можно делать любой вещь, любое изделие. Видите, друзья? Наш мастер зовут Гаро, он с нами работает почти уже 20 лет работает. Действительно мастер талант. И как я вам сказал, если у вас тоже старые изделия, возьмите, будем почистить. Вот здесь у нас есть аппарат. Сейчас я вам покажу как. Дорогие друзья, дорогие мои, дорогие гости, мы пока сейчас не прощаемся. Конечно, каждый год увидимся, каждый год встречаемся. Как я вам сказал, пожалуйста, нам только позвоните, у нас здесь сервис бесплатно, и мы вас ждем. Мы по вас очень сильно соскучились, приезжайте чем скорее, дорогие гости. Так что я не прощаюсь, увидимся скоро, дорогие гости. И спасибо за внимание, обязательно ждем вас. И не забывайте приходить и получить ваш подарок из нашего компании, дорогие гости. Спасибо. До скоро. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно было полезным и интересным. В описании к этому видео вы найдете контакты и также телефонный номер Эджевита. Вы можете писать ему на WhatsApp и Viber по любым вопросам. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте пальчики вверх. И только на нашем канале вы увидите все самое интересное и полезное. Конечно же, не забывайте приходить в магазин Стефани и получать подарки, потому что магазин Стефани Даймонд всегда дарит своим клиентам подарки. Ну и, конечно же, при первой же возможности приезжайте в Аланию, в Турцию, наслаждайтесь летом, солнцем, морем и покупайте красивые вещи, радуйте себя и своих близких. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию, в Турцию и в магазин Стефани Даймонд.